Служим и повинуемся. Окей. Эй, дедуля, хочешь поссориться? Ты хочешь сказать, что тебе дал под зад какой-то старик? Какой-то старик поломал весь мой бизнес. Они там все старики. И что теперь, малой? Эй, дедуля! Ну, можно поговорить по-другому. Пока-пока. Ух ты, куда это он? Прости, отец, но старой якудзы больше нет. Я понял, инспектор. А вот и мы. Может, мы уже слишком старые? А что в этом плохого? Рюдзо и семеро бойцов. Что случилось с гордостью и достоинством?